Я Здорово, думаю, братаны! Усав. Подарок. Слышь, рыба, не хочешь в мэрии работать? А чё, много платят? А, ну, нормально, чувак. А, ну сколько? Сотка есть? Сотка есть, чувак. Блин, да Роланд тут уже позалетал в неприятности. Его нахуй пошли. Да, он нечистый. Конечно. Судимости есть у тебя, Роланд? Братан, судимости нет, но судят меня часто, я тебе так скажу. Ну тогда ты, как и все остальные, не подходят. Блять. А чё за вакансия-то? Да, блять. Конгрессмен, чувак. Да. Нихера себе, я б хотел быть конгрессменом. Ладно, Роман, погоди. Купим. Короче, что? Второй момент. Мне кажется, я больше чем уверен, что федералы, которые задавали вопросы про вас у меня, по-любому меня слушают. Или вас. А как они вообще связали нас с тобой вместе? Значит, кто-то им слил то, что мы по стрипухе работаем вместе. Тогда меня как раз и по стрипухе спрашивали. А, кстати говоря, один из них сегодня заезжал к нам на СТО. Но они там вместе были, блин, все по форме, по всей теме. И кто же слил? Типа, ну чё, вы барыжите, что ли, тут? Блин, ну короче, вам надо быть осторожнее. Я предлагаю меньше базарить по телефону, больше встречаться лично. По-любому. Я сейчас попытаюсь подставные симки намутить. А хотел бы я вам сейчас какое-то задание дать, но на меня никто не выёбывает. Там батмистер лучше заплатит. Дядька, куда обходите на вас, там выёбываюсь? Вы дадите задание, чтобы я сам себя нашел и заплатите мне? О, можно! Давай, чувак. А сколько платите? 100 баксов. Это прикольно. Дядька, куда? Ты вообще... Ты ноль, ты никто. И машина у тебя говно, и одеваешься ты хуёво. Братан, мы на своих клиентов ну, не пиздим. Ну я тебе скажу, знаешь, что я тебе скажу? Это будет? Правило. Ты посмелее всего этого города будешь. А $100 будет? Да, чувак. Спасибо. Это 150 за яйца, я его нашел, я его нашел, вот он. Я искал, у меня тоже 150. Да, конь? Какой тебе нахуй конь, блядь? Ты сам коня превращу. Обращайся. Слышишь? Блин, такая тема, в общем. Я это хочу авторитетом быть. Вот я замечал, что у всех гангста, у них татуировки есть. Я вот одну присмотрел себе с рыбой, ну как я рыба. Типа я реальная рыба. И там она 1500 стоит. Можешь это дать денег? Ну там реально очень авторитетская татуировка. У тебя есть 1500 с собой? Ты татуировки этого Альфи увидел, что ли, захотел себе тоже? Ну, я заметил, что все с татуировками авторитеты, вот как дядька Кудап там, вот и на этом, креветки там все с татуировками, все гангста. А, спасибо большое, дядь Кудап. Чё, потом покажешь, ладно? Я обязательно, дайте номер. Я тебе давай, в натуре авторитетом буду среди своих, спасибо большое. Давай, чувак, давай. Все, давайте, я поехал, там дерюга. Давай, писал, тебе потенциала, пиздец, чувак. Давай, дядь, куда, спасибо. Давай, давай. Так, на S. Шарк. Вот она. Набить. Мне вот эту акулу набейте, пожалуйста. Ай-яй-яй. Ай. Да можно понежнее как-то, ну. Ай-яй-яй. Все, до свидания, вот вам деньги. Держите наичку. Все, я, блин, тебе авторитет конкретный. Так, короче, чат. Что, помогли? Короче, она баганая, эта татуха. И надо другую просто найти набить. Водитель, вы меня слышите? Да-да. Заглушить транспортное средство, держите руки на руле, не покидать транспортное средство. Братан, я перезаряжаюсь. Да. Замечательно. Я перезаряжаюсь, братан. Закрой нахуй рот свой, кого ты перезаряжаешь? Только скажи, я ему в лоб дам. Хорошо, свинцом. Я скажу. Я если что скажу, пока сиди, ладно? Кодовое слово, офицер. Ты ебанул ты. Кодовое слово, офицер, все, молчим. Не, нихуя, не кодовое слово, не офицер. А какое? Офицер. Давай, может, все-таки офицер, так, ну, понятнее будет, он не а поймет. А он сейчас подойдет и скажу, добрый день, офицер, ты стрелять скажи ему, добрый день, шеф. Ну, по званию его назови как-нибудь. Ну, так мне реально... Какому я нахуй не разбираюсь, мне звания? Мне реально легче. Давай, короче, если он скажет давай, кодовое слово ID-карта, то это... Долбоёб. Я стреляю. Ты еблан? В смысле, братан? Он по-любому так не скажет. Давай так, давай ты выйдешь и просто зачёшь в него стрелять, я поеду. Давай, братан. Давай, на три, готов? Да. Давай, раз, два,
Три. Офицер, офицер! Я понял. Сейчас же сядь. Все, понял. Братан, я ствол-то тут забыл на сиденье. Давай еще раз. Да не, все, он уже прохавал тему, что мы непростые пацанчики. Кодовое слово офицер. Офицер, кодовое слово. Кодовое слово офицер. Да иди нахуй. Добрый день, господин. Здорово, дядька, что такое? Офицер полицейского департамента Вайнут Гудман вас беспокоит. Как он кликает? За что были остановлены? За скорость. Ну да. Да. А сколько вы ехали? Я честно не смотрел, но что-то как будто бы я газ нажал и быстро пролетел. Дядька, извини, пожалуйста, быстро, я вообще не хотел. Да не, машина-то мы не быстрая. Мы сиротки, несовершеннолетние. Несовершеннолетние? Да, не, я совершеннолетний, мне 19 лет. Всего хорошо. Доброго. Можете продолжить движение, когда я присяду в автомобиле. Спасибо вам большое, дядечка, я больше не буду нарушать. Все, офицеры, офицер сказал, кодовое слово. До свидания. Привет, рыба. Здорово. А это кто? Это по поводу гитары. Ну чё, берёшь? Смотри, какая. А фотки есть, сделаю, из Пресли стоит с ней хотя бы. Там подпись какая-то, царапина может. Так вот, да, тут смотри, она расписная вся. Ладно, поехали убивать. Давай, что-то она, чувак, не звучит. Нормально как-то звучит, это немножко. Я типа играю. Ну так чё, берёшь? Да не, чувак, что такое-то фуфло? Бля, стойте. В смысле, ты мой товар фуфлом назвал, что ли? Ну, чувак, ну что я сделаю, если она не настоящая, походу? В смысле, не настоящая? Ты что, дурак? Поехали, вот, гитара настоящая. Короче, за 50 долларов берешь? За 20, чувак, заберу, так и быть. 50. Не, чувак, 20. 40. 20, чувак. 40. 21. 40. Ладно, чувак, ни тебе, ни мне, 25 даю. 40. Не, чувак. В смысле не? Ну в прямом смысле нет, чувак, 40 это дорого. Она таких денег не стоит, 25, 40, 30, короче, ни те, ни мне. 27, чувак. 30, 30, конкретно. 27. 30, ты меня не уважаешь, что ли, или чё? То есть меня все уважают, а ты не уважаешь? Да ладно, чувак, уважаю, успокойся. Берёшь тогда за 35? За 27, чувак. Раз уважаешь, то за 35 возьмёшь. Раз я тебя уважаю, то надо скидку сделать, шаришь? Нет, ты что, ты меня уважаешь, это как должное, ёпты. Короче, берёшь или нет? За 27 баксов, чувак, забираю. Да не, братан. За 100 долларов берёшь? Слышь, чувак, а как ты завёл? Слышь, а как ты завёл? Там ключа не было. Ну, знаешь, был, братан, смотреть да надо. Да не, чувак, не было. За 100 долларов байк. Не, за 100 дорого, чувак. Ну всё, давай. Пацаны, у нас байк новый. Айо, спидвок, тебе байк нужен? Спортивный, очень серьезный. Серьезно, чувак? Да, я могу приехать. Сотню накину, чувак, подъезжай. Давай. Давай, мэн, респект. Это, возьми тачку, Томас, мою. Да. Ну, слышь, чувак, так дела не делают. Я приехал гитару покупать, а ты меня наебал, получается. Нет, ты меня не уважаешь. Вот так дела и делают. Я тебе, чувак, сказал, я тебя уважаю. Но ты должного уважения конкретно не проявил. А я что тебе, чувак, должен честь было дать или покланяться? Смотри, 300 долларов, иначе тут сейчас штрафов на 1000 будет. Чувак, он без номеров. Слышь, чувак, а как тебя зовут хотя бы? Да тебе уже ебать не должно, дурачок. Поебал. Слышь, ты свой байк. Я понял, чувак. А твой номер... Здорово, братан, вот. Зарегистрирован. Держи. Наш хоми, который будет отвечать за него. Здорово, братан. Спидвук. Любое дерьмо. Сейчас я переведу, мэн. Давай 200, братан, много хлопот. Не-не-не, ну, брат. Хотя бы 150, знаешь. Хотя бы 150. Ты же знаешь мои тарифы, чувак. Ты мне что, блядь, выкручиваешь яйца сотни, чувак. Давай, больше, ладно, ну, я ему закину, слышь. Кинешь, чувак? Я не знаю, где такие байки берешь, я в ахуе, ебать. Нормально? Просто они, ебать, валят, да. Я не знаю, Лафреса какого-то спиздил. Все, давайте, пацаны. Давай. Давай, писал, бабки я тебе скину. Писал. Вижу на балансе. Как будто вот так. Почти, кстати, опять надо было левее, я хуй знаю, когда ты кидаешь, у тебя руки косые или что. Левее бери. И не попадаешь. Хорош, Узи, нихуя красавчик, мэн, ебать. Всё, я выиграл. Хорош, Узи, ебать. Вот это сейчас нормально было. Я выиграл, Кейн! В смысле, кого выиграл ты, блядь? Чё, нет, чувак, ты проебал. Ты проебал 2 тонны, давай. 2 тонны, чувак. Куда пошёл, мэн? Ладно, куда пошёл? Стоять, нах.
Я вас понял, я с вами больше не дружу. Чё там, чувак? Они меня наебали, мы больше стали не друзья, спидок. Братан, ты чё ебанулся, чувак? Вы меня обманули, я думал, мы честно будем подружиться. Подожди, байк-то мы купили, чувак. Подружиться. Байк-то купили, нахуй. Чувак. Я верну вам стой, деньги. Нахуй. Стой на месте, на. Мне уехать надо. Догонять его. Бери тачку, нахуй, за ним. Вы конкретно меня обманули. Чего, спидок? Рон, братан, ты чё меня в натуре огорчаешься, чувак? Я переведу деньги вам обратно, да, которые блядь, вы деньги мне за мотоцикл дали. Деньги — это не проблема, дали. Чувак. Я конкретно его проблем. Выиграл даже 5-0, а не 3-0, как договаривались. Ну, чувак, и мне не ну, переводят блядь. Деньги, всё. Ушел бы никто бы ни ему денег, ни тебе я денег, думал, и все, чувак. Я думаю, мы друзья, Афрос. Я думаю, мы конкретно понимаешь. Сыграем на деньги, все по-честному. Чувак. А меня наебали вы, все. Ты же мой почти лучший друг, ты говорил, чувак. Ну ты да, меня а ты меня чувак. Кинул на деньги. Я тебя не кидал, чувак, нахуй. Ты пошел с Афросами играть, ты че ёбнулся, мэн? Ну твои друзья меня кинули. Ну ты же Snowflake пошел играть с Афросами, мэн. И че, они ёбнулся, согласились? Нет, ну тут понимаешь наши правила на баскетбольной площадке, чувак. Ну все, я тогда тебе мотоцикл привез. Ты мне тоже деньги дал, я тебе это была аренда, я тебе переведу сейчас остаток. Ну давай, ну а вообще мог бы и вернуть его, чувак. Ты же знаешь, как я люблю эти моцики, чувак. А, я ты обожаю. Знаешь, как я люблю кушать, я сиротка. Я думаю, чувак, ты, я тоже эти сирота, 2000 долларов, я хотел татуировку набить, как у тебя, спидок, а ты... Брат, а вы я тебя меня. Никогда не подводил. Если мои хоумисы поиграли с тобой в баскет и пошутили... Это он одно, стреляет чувак. Меня, он стреляет меня! Стоять, нахуй! Он стреляет меня! Он натворил. Стой, нахуй, сказал, стрелять буду. Чувак, да забей ты, удари пошутили, мой номер, на. Он по мне стрелял, чуть не попал, все! Да он, чувак, все, это слышит. Все, больше вы меня на деньги наебали! Если он в тебя реально стрелял, он чувак? В меня стрелял, колесо пробил байку. Да, да ну нахуй. Все! Серьезно? Пока! Томас, да, ты где? У нас есть война с креветками, я объявляю! Официально! Нихуя себе! Мы сейчас в полету! Дядя Узи вообще охуел на самом деле. Что-то качать нам начал, мы-то с одного сета. Да он конкретно берега путает. Берегозник, сука. Он один по тебе стрелял? Да. Айо, что там по гитаре хотите купить? Ола, ола, амиго. Да, что по гитаре? Ты чё, тёлка, думаю, я не понял, что ты с ним была, нахер, иди в пизду! Тупица ёбаная. Твари, наебать хотят Уэрэнда. Слышишь, мудила, давай пригоняем им мотоцикл. 500 долларов, я скажу тебе его местоположение. Да, дядьку Даб. Рыба, резкий косарь, хочешь заработать? Да. На хавик этого долбоёба отпиздить. Да, мне попка. Тормози. О. Чё там, дядь, куда? Вон там, там, чувак, вот видишь, один... Короче, там увидите два, один вон стоит около ржавой тачки, там один угу. Тоже. Здорово, братух! Извиниться здорово. Не хочешь? А чё такое? Ну, всё, ладно, вон, поехали. В коричневой куртке, извиниться перед ним не хочешь? Я в тачку перед падает. Перед кем вообще падает. Извиняться я не могу поднять? Хуй можно... вы не понимаете, дураки, блядь! Сука! Нихуя себе, слышь, нихуя себе. Нихуя себе, ебать. Не дурак. Жду на карту. Давай, давай. Где ты, дурак? Где ты, дурак? На дороге, чувак, стою. Конкретное местоположение, тварь. Что тебе, чувак, конкретно сказать? Ты поделишься своими братками. Геопозицию кидай, геолокацию. Я так и понял, что ты боишься, нахер. Давай, чувак, 80-20 дистрикт. Прям тут жду. Давай, очкодав. Нихера ты с кастетиком, да, дурачок? Бля! Придурок, блять! Ты бы хоть кастет спрятал! Чё там, Кейн, как дела? Опа! Чувак, чё детей обманываете? Бля, чувак, ну холмы всегда держат слово, чувак. Ну он же победил, чувак. Сухую! Да, он 5-0, сухую, говорит, 5-0, говорит, договорились на 3-0. Он говорит, я им и байк привез, говорит, все делаю, они со мной вот так вот. Он пиздец, чувак, недоумение. Я ему говорил то, что на холмах только честные и опросы, чувак. Типа мафиозник. Все сделают нормально. Все реально?
Да. Спасибо, и дядь, куда? Стоп, сегодня, блядь. Завтра нормально все сделаю. Все, спасибо большое. А по поводу баскетбола, я реально лучше всех в приюте играл. И как видишь, вон они там баскетболисты, я его 5-0 в сухую трахнул. А это кто? Ты что, типа обиделся нахуй или что? Ну поугарали над тобой, что ты гонишь? Выиграл, выиграл, чувак. Блять, окей, сука, ладно, я тебя услышал, нахуй. Это окей. Ты, Кейн, который да, меня наебал я, на деньги 2000 да долларов. Я тебя, чувак, не наебал, ты с Узи играл, чувак, не со мной же, блядь. А, это ты, Кейн, да, который друг Узи, который меня наебал на 2000 долларов. Ты слышишь, проугарали над тобой, чувак, и все, что ты сразу-то завелся, нахуй. Да ладно тебе, слышь, рыба, не обижайся, угу. Что ты, блядь. Ну где мой выигрыш, который я честно да выиграл? Скоро будет, чувак, все будет, не переживай, чувак. Точно? Давай. Ты слово дал? Да точно. Блядь, чувак, ну я ж тебе говорю, мы, блядь, просто поиздевались. Блядь, тебе слово Уджи даю, то что я тебе бабки переведу. Че ты переживаешь? Не парься, нахуй. Все, он присмыкнулся передо мной, спасибо, да дядь, так, куда? Так, слышь, не базарь, слышь, рыба, блядь. Не, ну в смысле, извинился, это на сленге. Присмыкнулся. Ай, бля. Бля, нахуй какие-то темы делать, кого-то там вывозить. Я просто могу ныть куда бы. Он будет решать мои проблемы, нахуй.